Дорогие друзья, слава нашему Господу за прекрасную возможность вновь приветствовать вас на исследовании книги Откровений. И сегодня мы, как обещали, будем рассматривать очень важную тему для народа последнего времени, а именно, каким образом ангел Лаодикии связан с великой тайной под названием Вавилон. Для этого давайте откроем вместе третью главу книги Откровения и прочитаем отрывок из 17 текста, где служитель Лаодикийской церкви говорит верному свидетелю: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Следует сказать, что книга Откровения свидетельствует нам только о двух источниках духовного обогащения. Давайте смотреть, как об этом сказано в первую очередь в 18 тексте 3 главы книги Откровения, где Иисус, как верный свидетель, свидетельствует служителю Лаодикийской церкви, говоря: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». И второй источник, о котором сообщает нам книга Откровения, описывается уже в 18 главе. Давайте откроем этот отрывок и прочитаем с 15 текста и дальше. «Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в весон, и в порфиру, и в багряницу, и украшенный золотом, и камнями драгоценными, и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому?» С одной стороны, сравнивая 3 и 18 главу, мы находим, что Иисус предлагает, так скажем, библейским языком купить у него духовное богатство. А с другой стороны, сатана посредством великого Вавилона, так скажем, желает обогатить блудом нечестия весь христианский мир через кормчих. И второй момент, на который следует обратить внимание, нам нужно библейскими категориями ответить на вопрос – кто такие кормчие в пророчестве и корабельщики, которые плавают по морю? Для этого нам нужно открыть историю апостола Павла из книги «Деяния святых апостолов», 27 главу, и мы прочитаем там 11 стих из этой главы. И я думаю, что эта глава очевидно помогает нам увидеть и ответить на вопрос, кого в пророчестве представляют кормчие и корабельщики. Павел, по вдохновению Святого Духа, советовал этим людям оставаться на месте и никуда не плыть. Но давайте посмотрим, что написано в 11 тексте этой главы. «Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла». Из 30 по 31 стих давайте посмотрим, что делают эти кормчие корабельщики, когда увидели опасность. Давайте смотреть. «Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Сравнивая эти места, становится очевидным, что в пророчестве корабельщики и кормчие – это духовное руководство,
которые торгуют духовными ценностями на Великом море, а в пророчестве море и воды представляют нам людей, народы и племена. Давайте откроем 17 главу книги Откровения и посмотрим, как об этом говорит Иоанн, описывая нечестивое объединение. Мы читаем 15 стих из этой главы. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Поэтому Господь обращается к своему народу в 13 главе. Давайте прочитаем, о чем он говорит народу Завета. «Можем ли мы, подобно этим кормчим, торговать на Великом море?» Давайте посмотрим 17 стих 13 главы. «И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». И нам, как народу последнего времени, следует знать, что язык торговли, который используется в пророчестве, представляет нам договоренность и согласие между разными сторонами. И для того, чтобы увидеть этот язык, давайте посмотрим, как об этом сказано в книге пророка Иезекииля, 28 глава, и прочитаем для начала 8 стих из этой главы. «Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя». Очевидно, что в этом пророчестве Иезекииль подчеркивает нечестивую торговлю Люцифера. Но будьте уверены, что Люцифер никогда не торговал. Но пророк Иезекииль использует язык торговли для того, чтобы показать нечестивое объединение с разными народами через торговлю духовными ценностями. Более того, книга Откровения описывает исполнение пророчества Иезекииля. «Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссоны, в порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие по пророчеству и Иезекииль, и все плавающие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, видя дым от пожара ее, и возопили, говоря: какой город подобен городу великому». Более того, Господь Иисус, описывая признаки последнего времени, тоже использует язык торговли, который указывает на объединение разных сторон. Давайте посмотрим, как это высказано Иисусом в 25 главе Евангелия от Матфея. Прочитаем отрывок с 9 текста и дальше. «Мы не будем брать всю притчу. Каждый человек, который верит в Иисуса, прекрасно помнит, о чем идет здесь речь. 10 дев, 5 запаслись маслом, мудрые запаслись маслом, а 5 дев не запаслись маслом». И давайте смотреть, что происходит, когда все услышали громкий голос: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». С 7 текста: «Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите
себе. Когда же они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Очевидно, что язык торговли используется и пророками, и самим Господом Иисусом Христом, чтобы подчеркнуть, когда у нас есть время благодати, мы должны обогатиться духовными ценностями только через Иисуса Христа, черпая жемчужину своего спасения со страниц Священного Писания. Но как бы это ни было парадоксальным, отступивший протестантизм будет торговать не с Иисусом духовными ценностями, чтобы обогащать Божий народ, который находится в их церквях, но с великим городом Вавилоном, с великой блудницей, которая сидит на водах многих. И об этом записано в книге Откровения. Давайте откроем 13 главу и посмотрим опять отрывок 16 текста и до конца этой главы, где отчетливо говорится о том, кто будет торговать со зверем. Давайте посмотрим 13 главу 16 текста, прочитаем. «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Число 666 имеет символический смысл, и если мы читаем Священное Писание, как оно есть на самом деле, это число указывает на нечестивое объединение через торговлю и описывает падение теократического общества. Давайте откроем третью книгу Царств. Нам интересна 10 глава из этой истории и прочитаем 14 текст из этой главы, где в точности сохранена ключевая фраза из 18 текста 13 главы книги Откровения. Прочитаем 14 текст, где речь идет о Соломоне, который торговал с иноземными народами в золоте, которое приходило Соломону в каждый год. Весу было 666 талантов золотых. Я понимаю, что один текст ничего не дает, но если вы любите истину и желаете узнать, в каком контексте помещено это ключевое выражение, используемое Иоанном для пророчества, то каждый может увидеть, что до 14 текста 10 главы 3 книги Царств описывается процветание, могущество, мудрость и любовь Соломона к истине и к Богу и к его народу. И в то же самое время 14 текстом 10 главы 3 книги Царств обозначено падение царя Соломона, и это падение отмечено ключевым библейским выражением 666 талантов золотых. Иоанн использует эту ключевую фразу, чтобы каждый, кто любит настоящую истину для своего спасения, мог понять, насколько был мудрый и умный царь Соломон. Он имел мудрость Божью, любил Господа, но через нечистую торговлю Соломон, так скажем, объединился с язычниками, построил множество храмов и таким образом привел теократическое общество к падению. Поэтому число 666 –
пророчестве Иоанна обозначивает, так скажем, падение объединенного христианства, которое объединяется не с Иисусом, а объединяется со зверем. Поэтому Бог говорит своему народу, что нам в это время нельзя ни покупать, ни продавать. Более того, число 666 тесно связано с начертанием зверя. Давайте посмотрим, как об этом Иоанн говорит в 14 главе, с 9 и далее текст. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнецем». Кто же будет заставлять поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана вот-вот должна исцелеть? Давайте вернемся в пророчество 13 главы и начнем читать с 11 текста и дальше. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобный агничам, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельно рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И многих из нас терзает вопрос, как протестанты могут проповедовать идеологию, так скажем, Римо-католической системы. Все очень просто, дорогие друзья. Сатана сделал серьезную ставку на великом обольщении, и Иисус сказал, он прельстит, если возможно, даже избранных. Поэтому мы, как народ последнего времени, должны понимать, что сам Ватикан не проповедует своих богохульных доктрин. Это делает отступивший протестантизм. А именно, кто сегодня проповедует, так скажем, доктрину о Святой Троице, о которой Библия ничего не говорит? Кто сегодня проповедует о поклонении Богу в первый день недели, то есть воскресный день? Кто сегодня проповедует бессмертие души? Кто сегодня проповедует муки вечного ада? Кто сегодня отвергает великого первосвященника Господа Иисуса Христа, который находится в небесном святилище для того, чтобы завершить день очищения своего верного народа? Этот перечень можно продолжать и продолжать. Таким образом, дорогие друзья, все эти и многие другие небиблейские доктрины были изобретены римо-католической системой средних веков. На основании этого, дорогие друзья, мы должны всегда помнить и никогда не забывать, что сатана руками нечестивого объединения желает уничтожить столпы веры и тех людей, которые провозглашают последнее предостережение. Давайте посмотрим, как бы об этом говорит пророк Иоанн в 17 главе, что сатана обрушит всю свою бесовскую силу, чтобы уничтожить тех людей, которые проповедуют трехангельскую весть. Нам интересна 17 глава,
И читаем с 4 текста этой главы. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостью и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Если внимательно читать книгу Откровения, мы находим, что 17 глава является, так скажем, божественным объяснением того, что записано прежде, а именно – чем заканчивается трехангельская весть. И что будет стоить проповедь трехангельской вести тем, кто желает отстаивать настоящую истину для своего спасения. Давайте посмотрим, как это прокомментировано в 14 главе, и нам интересен отрывок с 12 текста. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». И в 17 главе, дорогие друзья, мы отметили, что жена, сидящая на звере багряном, которая является матерь отступившему протестантизму, упоена кровью тех, которые свидетельствуют об Иисусе, но Иисус говорит им: «блаженны умирающие в Господе». И интересно отметить, что пророк Даниил, будучи вдохновлен Святым Духом, задолго до этих событий пророческим взором сообщает народу последнего времени. Давайте откроем 11 главу, и нам интересен 44 и 45 тексты из этой главы. «Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему». Из этого пророчества очень хорошо видно, что сатана, так скажем, который стоит во главе нечестивого альянса, ненавидит последнее предостережение, которое разоблачает действия малого рога и отступившего протестантизма. Они раскидывают царские шатры. В еврейском тексте Даниил использует, они раскидывают мерзкие капища, где сатана готовит совершить знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Они раскидывают эти шатры между морем, который в пророчестве мы отметили представляет людей, языки и народы, и горою преславного святилища, где Иисус, как небесный первосвященник, в преславном святилище совершает ходатайственное служение. Но сатана руками нечестивого объединения желает заградить путь, чтобы люди не обратились к Иисусу в преславное святилище. Поэтому во второй главе Даниил, описывая историю, показывает, чем закончится это нечестивое богохульство. Давайте для пользы дела откроем вторую главу. Нам интересен 34 и 35 тексты из этой главы, где Даниил говорит царю Навуходоносору об истукане. Сам истукан представляет нам нечестивое объединение. Если говорить, так скажем, библейским языком,
который шествует по мировой истории, наполняя все широты земли мерзким богохульством, и это будет совершаться вплоть до второго пришествия нашего Господа, который закончит совершать первосвященское служение в небесном святилище. И тогда Даниил говорит, что произойдет. 34-35 тексты. «Ты видел его, то есть истукан, доколе камень оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший стукан, сделался великую горою и наполнил всю землю». Камень отрывается от горы преславного святилища. Даниил сохраняет ключевые фразы, описывая ход мировой истории для того, чтобы каждый любящий настоящую истину мог увидеть тесные связи между этими уникальными пророчествами, которые вселяют в нас живую надежду на нашего Спасителя. Но до этих событий Даниил сообщает, что произойдет нечто, о чем говорит пророк Иоанн в 13, 17 и 18 главе книги Откровения. Давайте посмотрим 43 и 44 тексты из 2 главы книги пророка Даниила. «А что ты видел, железо, смешанное с глиною горшечную, это означает, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Из данного пророчества отчетливо видно, дорогие друзья, что глина пытается смешаться с железом, и в пророчестве железо представляет государственную власть, а глина горшечная – это народ Завета. Верующие люди говорят своему Творцу: «Господи, мы глина, а ты горшечник». Другими словами, Даниил говорит, что перед вторым пришествием Иисуса будет нечестивый альянс, который восстанет против тех, кто проповедует настоящую истину, и особенно последнее предостережение – которые громким голосом провозглашают: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». И нас, как народ последнего времени, интересует, участвует ли руководство, которое заявляет о себе, что они являются верным остатком, участвуют ли они в этом богохульном объединении. Чтобы не голословить, давайте посмотрим небольшое видео. 9 февраля состоялась очередная 65-я по счету встреча консультативного совета глав протестантских церквей России. Проходила она в офисе Российской церкви христиан веры евангельской. Основными вопросами этой встречи стали подготовка к проведению национального молитвенного завтрака и празднованию 500-летия реформации. Обсуждались результаты декабрьского заседания Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации и возможность решения проблем евангельских церквей на этой площадке. А также обращение сопредседателя Совета в Государственную Думу по проблеме Гражданского кодекса. В декабре этого года, прошлого года, 2014 года, были созданы еще две комиссии. Комиссия по международному сотрудничеству. Эту комиссию возглавил глава внешних церковных связей, отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Илларион. А вторая комиссия была создана с целью помощи в совершенствовании законодательства в области государственно-конфессиональных отношений, комиссия по законодательству, ее возглавил Морозов Олег Викторович, начальник управления по внутренней политике
администрации президента Российской Федерации. В состав этих комиссий вошли не только члены президентского совета, но также и эксперты, то есть те люди, которые имеют большой опыт работы в сфере государственно-конфессиональных отношений. И в частности вошли представители и консультативного совета глав протестантских церквей. Консультативный совет – это главный совещательный орган церкви, основной задачей которого является координация совместной деятельности, выработка единой позиции во взаимоотношении с государством и другими религиозными организациями. Конечно, глядя на эти события, мы не можем быть безучастны. Более того, кто любит настоящую истину для своего спасения – эти люди, глядя на все это нечестие, не могут не вспоминать слов пророка Исаии. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещание, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху, не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью его». Но несмотря на это, сегодня мы можем слышать и видеть, как служители желают оправдать свое нечестивое объединение с другими деноминациями не на основании Священного Писания, но на основании греховного компромисса. Они говорят: «А вы посмотрите на третью главу книги пророка Даниила, где три верных друга находятся на поле Деир, где описывается собрание, которое собрал нечестивый царь Навуходоносор, чтобы все поклонялись истукану. Они говорят, что мы являемся наблюдателями на этих собраниях, и это не противоречит Священному Писанию, потому что в третьей главе описывается нам присутствие на поле Деир Анании, Мисаила и Азарии». Давайте откроем книгу пророка Даниила и посмотрим несколько моментов, которые помогут нам, так скажем, увидеть, что эта история никак не может оправдывать современных собраний, где заключаются союзы, но без совета Господа. В первую очередь следует отметить, что Даниил, Анания, Мисаил и Азария, если читать их имена с еврейского текста, то они не по своей воле находятся в Вавилоне. Они, так скажем, туда были приведены, они были насильно плененные люди. Они не пришли туда добровольно, чтобы посмотреть, что же будет происходить на поле Деир. Кто же сегодня заставляет руководителей религиозной организации АСД приходить на эти нечестивые собрания? Более того, в отличие от нас, дорогие друзья, Даниил, Анания, Мисаил и Азария прекрасно понимают, почему они находятся на территории богопротивного Вавилона. Давайте сделаем небольшой обзор, чтобы ответить на этот вопрос. Во второй главе мы находим, когда Даниил посредством Святого Духа и божественных даров, так скажем, объяснил царю Навуходоносору сон и его значение, то что делает противящийся царь Навуходоносор? Читаем 47-й текст из этой главы. «И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Противящийся царь Навуходоносор, благодаря присутствию верного остатка на, так скажем, на территории Вавилона, прославляет небесного Бога, который, так скажем, даровал своему остатку духовные дары для того, чтобы и противящиеся могли прославлять Бога
подобно царю Навуходоносору. В третьей главе мы видим, что благодаря присутствию верного остатка на поле Деир, противящийся царь Навуходоносор издает указ евангельского характера. Давайте смотреть, как об этом написано с 31 текста и дальше. «Навуходоносор царь всем народам, племенам, языкам, живущим во всей земле, мир вам да умножится, знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения его и как могущественны чудеса его, царство его, царство вечное и владычество его в роды и роды». Теперь становится понятным, для чего Бог допустил присутствие верного народа на поле Деири, чтобы они засвидетельствовали, что есть истинный Бог, который может спасти даже из огненной печи. И их присутствие на поле Деир служило как сдерживающим фактором от всеобщего нечестивого объединения, чтобы всем людям указать на Сына Божьего, который находится со своим верным народом даже в огненной печи. В 4 главе давайте посмотрим, что делает царь Навуходоносор. «Ныне я Навуходоносор славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинные и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Также было и с царем Дарием, который 30 дней пожелал быть вместо Бога. Но Даниил, будучи верен своему Искупителю, 3 раза в день, несмотря на указ царя Дария, молился истинному всемогущему Богу. За этого бросили в ров львиный. Но когда Бог вступился за свое дитя, что делает царь Дарий? Давайте посмотрим. 6 глава, нам интересен отрывок с 25 текста и дальше. Дарий, подобно царю Навуходоносору, издает указ евангельского характера. Читаем. «После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущный, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Все эти истории, дорогие друзья, свидетельствуют о том, что у Бога есть план в отношении противящихся людей, чтобы и они могли обитать у Господа. Поэтому Господь допускает присутствие своего народа на территории Бога противного Вавилона, но не с целью, чтобы мы объединялись с этим нечестивым альянсом, а с целью, чтобы мы могли возвестить, что есть на небесах Бог, открывающий тайны. Давайте посмотрим 67-й псалом, где, так скажем, Бог озвучивает свой план в отношении противящихся ему, чтобы благодаря великой жертве Иисуса Христа эти противники могли вместе с Даниилом, Ананией, Мисаилом и Азарией пребывать пред Богом Великим. 19 стих читаем, пророчество идет о Мессии. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога». Бог допустил присутствие своего народа на поле Деир, чтобы они засвидетельствовали о настоящей истине. Давайте посмотрим 3 главу, мы вернемся в эту историю и посмотрим, для какой цели
Бог допустил присутствие своего народа на поле Деир. Третья глава, нам интересен отрывок с 16 по 18 тексты. Когда царь Навуходоносор задал провокационный вопрос верному народу, давайте посмотрим, что происходит в этом отрывке, 16 по 18 тексты включительно. «И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем». И от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». И в 19 тексте говорится, что царь Навуходоносор от этой вести пришел в великую ярость. Давайте посмотрим, как об этом сказано в 19 тексте. «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденаго, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее». И как бы это ни выглядело удивительно, но эту весть, которую провозгласили Анани, Мисаил и Азария на поле Деир, Бог изначально поручил руководству израильского народа, которое осталось в Израиле, которое осталось в Иерусалиме, для того, чтобы возделывать землю. Давайте посмотрим, как это записано в 51 главе книги пророка Иеремии. Именно этим людям, руководству теократического общества, которые, так скажем, не разделили пленение вместе с простым народом, именно этому руководству Бог поручил провозгласить эту весть, но они остались, так скажем, безответны. Давайте посмотрим отрывок 61 текста и дальше. «И сказал Еремии Сираи, когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи и скажи, Господи, ты изрек о месте сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, оно будет вечную пустыню». И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Ефрата, и скажи, так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут. Но возникает серьезный вопрос, исполнил ли Сирая и царь Сидекия, которые прибыли в Вавилон по приказанию царя Навуходоносора, прочитали ли они это предостережение на поле Деир, где Навуходоносор, или лучше сказать, сатана, руками Навуходоносора объединил разные народы для того, чтобы все люди разных конфессий поклонялись золотому истукану, который построил царь Навуходоносор. Провозгласили ли они эту весть перед царем Навуходоносором? Провозгласили они вслух всех собравшихся на поле Деир последнее предостережение? Нет, это сделали те люди, которые вместе с Божьим народом разделили тяготы, разделили пленение, разделили унижение. Они на поле Деир в лице Анании, Мисаил и Азарии провозгласили, чтобы царь Навуходоносор знал о великом и истинном Боге. Подобным образом и сегодня народ, который называет себя верным остатком, в отличие от других деноминаций, этот народ имеет духовное руководство, которое находится в Вашингтоне, в Генеральной конференции религиозной организации Церкви АИСД. Бог им поручил провозгласить весть,
весь последнего предостережения. И у меня вопрос. Провозгласили ли эти церковные работники, которые находятся в Вашингтоне, последнее предостережение в то время, как нечестивый альянс договорился 31 октября во главе с Малым Рогом отметить праздник 500 лет протестантизма? Но они не будут праздновать 500 лет протестантизма, они будут праздновать факт, что протестантизм пришел к логическому концу. И у каждого, кто любит настоящую истину, должен возникнуть вопрос, что же сегодня делает церковное руководство, находясь в Вашингтоне, находясь в дивизионах, находясь в унионах, находясь в конференциях, находясь в церквях, что они сегодня делают с последним предостережением, которое Бог поручил им объявить на духовном поле Деир. Мы понимаем, что эти люди знают, чем закончится это предостережение. Царь Навуходоносор пришел в великую ярость, поэтому они боятся, что Малый Рог, слушая эту весть из уст духовной администрации, придет в великую ярость. Но всемогущий Бог поручил именно им провозгласить трехангельскую весть на духовном поле Деир, когда, так скажем, во главе Малого Рога отступивший протестантизм готовится к великому событию, как они нам об этом говорят или пытаются сказать. Но думающие люди прекрасно понимают, что 31 октября 2017 года не будет праздноваться 500 лет протестантизма, будет праздноваться конец реформации, поэтому Бог будет и уже использует простых людей, которые, так скажем, на самообеспечении провозглашают последнее предостережение и предупреждают, куда катится отступивший протестантизм. Давайте посмотрим короткое видео, чтобы увидеть, как руководители религиозной организации сидят за одним столом, и именно они являются организаторами этого объединения. Пожалуйста. 18 января в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве состоялось первое заседание Оргкомитета по проведению празднования 500-летия Реформации. Участниками выступили представители протестантских церквей России, католической церкви, а также представители администрации президента и правительства Москвы. Встреча была посвящена обсуждению множества разноплановых мероприятий, но главная цель у всех одна – возродить библейские ценности в обществе, а также показать, что настоящие изменения в стране начинаются через искреннее обращение к Богу отдельного гражданина. Мы все переосмысляем наше поведение, наши действия внутри наших церквей, и вновь приходим к необходимости покаяния. Покаяние, преклонение перед Господом и подателем всякой милости. И мы все возвращаемся к единому корню, из которого черпаем благодать – Иисусу Христу. Перед Ним мы все, представители разных конфессий, склоняем свои колени. Ему мы все вместе молимся. Да, у нас существуют некоторые противоречия, разногласия, но это не должно быть разобщенностью. Мы нуждаемся в диалоге, мы нуждаемся в общении. И поэтому мы собираемся здесь, чтобы этот юбилей, 500-летие Реформации, стал для нас возможностью для нахождения новых точек соприкосновения, обозначения того, где существуют границы, и совместного преодоления их ради вящей славы Господней. Россия готовится к празднованию 500-летия Реформации от Калининграда до Владивостока. Администрация президента и правительство Москвы выразило свое искреннее желание оказать всестороннюю поддержку и помощь. В течение 2017 года будет проведен ряд мероприятий различного масштаба, чтобы сделать событие значимым не только для верующих, но и всего общества. Участниками было предложено создать общий календарь мероприятий. Также запланировано создание нескольких ресурсных сайтов в сфере подготовки Дня Реформации. Готовится выпуск дисков и концертов музыки эпохи Лютера.
эта дата сегодня объединяет нас для того, чтобы, еще раз оглянувшись на прошлое, на историю, задуматься о том, какую жизнь, какие ценности исповедуем сегодня мы, протестанты, живущие в 21 веке, чтобы совместно с представителями других христианских конфессий и религий поговорить о важности духовно-нравственных ценностей для нашего общества, о тех единых вопросах социального служения, которые нас объединяют. Мы полагаем, что кульминационными торжественными событиями этого года станет прежде всего совместное богослужение евангельских церквей города Москвы, которое пройдет в воскресенье 29 октября. И мы ожидаем, что многие-многие церкви в регионах последуют нашему примеру. И также непосредственно 31 октября мы ожидаем, что будет большой религиозно-общественный прием по случаю этой, безусловно, великой даты и прекрасное вечернее богослужение в кафедральном храме Петра и Павла, святых апостолов, в котором мы сейчас и находимся. Католическая церковь в России готова участвовать в различных мероприятиях, которые посвящены этой дате. Цель нашего участия – общее свидетельство о евангельских ценностях. Информационное бюро «Спектр», Москва. Более того, о том богослужении, о котором сказано в данном видео, оно назначено на 29 октября 2017 года, а это выпадает на первый день недели. На первый день недели, в воскресенье, это папская доктрина, к которой призывает сотрудник евроазиатского дивизиона. Он является организатором этого объединенного служения. Разве это не должно служить предостережением для Божьего народа? И нам, как народу, конечно, неприятно видеть, слышать все эти негативные вещи, в которые вовлечены руководство религиозной организации АСД. Но это факт, поэтому Иисус, обращаясь к ангелу, зная, что он пренебрежет этим предостережением, он обращается к тем, кто выдвинет уши для своего спасения. И пророк Михей, обращаясь к руководству теократического общества своего времени, давайте откроем вторую главу и прочитаем, предупреждая, говорит с 8 по 10 тексты. «Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающихся войны». Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их, и у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте, говорит Господь, своему остатку, и уходите, ибо страна сия не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и при том жестоким разорением. Михей в 9 тексте говорит: «Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их». Разве сегодня руководство не изгоняет тех, которые любят настоящую истину? Более того, дальше говорит тем, что и детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Драгоценности истины заменяет духовным суррогатом. Поэтому люди, сидящие на церковных лавках, должны услышать призыв Божий в 10 тексте. Давайте смотреть. «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя». А разве апостол Петр не говорил о том же самом, обращаясь к теократическому обществу? Давайте откроем книгу «Деяний святых апостолов» и прочитаем из этой книги, из 2 главы, 40 текст.
И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Интересен тот факт, что Петр, будучи учеником Иисуса Христа, называет руководство теократического общества развращенным родом. Сегодня наблюдается точно такая же картина, как было во все века. И премудрый царь Соломон сказал под вдохновением Святого Духа, что нет ничего нового под солнцем, что было, то и есть, и Бог возовет прошедшее. Поэтому Иисус обращается к своему остатку, который находится в разных деноминациях, но воздыхает о всем том, что происходит в теократическом обществе. Именно им Иисус говорит слова утешительные. Давайте посмотрим 22 глава. «И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Тот, кто ищет божественного оправдания, услышит, что говорит верный свидетель в данном пророчестве. Если мы желаем получить оправдание веры через Иисуса, то мы будем отделяться от нечестивого объединения, во главе которого является Малый Рог. Об этом апостол Павел говорит, обращаясь к церкви в Коринф. Давайте в заключение откроем второе послание в Коринф и прочитаем несколько мест из этого послания. «Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божьего с идолами, ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Другими словами, добрый и любящий Господь со всех сторон предупреждает свой искупленный народ, насколько небезопасно объединяться с теми, которые только называют себя верным остатком. Но Иисус говорит: вы по плодам их узнаваете их. Могут ли любящие Господа люди сидеть за одним столом с переговоров с теми, кто попирает истину? И те, кто провозглашают трехангельскую весть, они будут названы возмутителями спокойствия. Поэтому пусть добрый и любящий Господь благословит свой народ, чтобы мы, веруя в Иисуса, любили настоящую истину для своего спасения. А Ему слава и сегодня, и в день вечный. Аминь.